Ратник я видел, безусловно, я видел новую технику. Да, в принципе, вы эту технику все замечательно видели на последнем параде. Да? Все, что можно было, все, что интересно было, там представлено. Вот. И я очень много общаюсь с десантниками, с командующими десантными войсками, с командующим как-то военно-космического, как правильно сказать, с командующим военно-космическими войсками. Вот. Я вместе с ними летаю на разные мероприятия, встречаюсь с ребятами, с народом, и который хочет идти в армию служить. С ними встречаемся, проводим беседы, разговоры. И я вижу колоссальные изменения, реально колоссальные, и в техническом оснащении, и в моральном. Вот. Если раньше от армии бегали, сейчас ребята с восторгом смотрят, наблюдают и записываются. Вот. Особенно вот после тех представлений, которые устраивают наши летчики. Вот. Я бы сам сказал, если бы мне было лет 16-17, я бы пошел бы сразу в авиацию служить, потому что это здорово. Это достойно, это интересно, это хочется подражать этому.